И следующее выступление от сборной команды Московской области. На площадку приглашаются Арнольдова Анастасия, Боярский Виктор, Егоров Андрей, Михеев Владислав, Рогожин Федор и Сорокин Владимир. Как это называется? Это был обычный, промозглый день. На душе скребли кошки, думать мне было лень, но тут я увидел на остановке цветной бюллетень. Он мне обещал эмоций накал, и, видно, от скуки я наживку поймал. И я пришел в это место, оказалось, спортзал. Я увидел, что там кто-то мечом фехтовал. Я спросил его: парень, я буду тебе благодарен, если ты объяснишь, какого дьявола ты тут творишь. Но он не ответил, он был слишком горячим. Когда они закончили драться, я спросил: вам что, нечем заняться? Мне погрозили пальцем и попросили убраться, но я сказал: парни, да мне все это нравится. Вы только ответьте, прошу вас, как это все-таки все называется? Пока однажды я не увидел ее. И тут мне стало вообще на все, на все, на все, все равно. Ну, вы сами видите, да? Признаться, я всегда был еще тем Дон Жуаном. Но меня пронзила в сердце ее атака с Батманом. Меня больше не волновала коммерция, меня манила в ночи ее высокая терция. Для тех, кто не знает, терция — это третья парная защита. Я устал ходить в соло, я мечтал о контакте. Я хотел, чтобы наши шпаги двигались в такте. Я предложил ей дуэт, она сказала: на дуэт у меня времени. И предложила мне группу, но группу в 16 век. Ну почему не в свободный стиль, там сюжетами проще. Ее партнер посмотрел на меня с раздражением. Мол, хочешь с ней фехтовать? Так спроси разрешение. И тогда я вызвал его на дуэль. Прямо в тот самый промозглый и ненастный постановочной. Ну, кто бы мог подумать, а? Ну, в общем, начали мы с ней ставить выступательную программу. Это была бы комедия, но она превратилась в драму. Ну, что тут говорить? Любви не случилось. Но группу поставили, так что своего от меня она все же добилась. Thank you.
Я был жутко расстроен, ведь я не привык сдаваться. Меж тем фехтовального времени надо было добрать еще секунд 20, и от горя я напал на них всех. Даже и не помышляя о том, что меня ждет успех, потеряла свой вкус. Зато теперь я точно знаю, что это называется блюз. Да, друзья, это был блюз. Всю ночь у рояля Сергей Кучеренко!